Теплоснабжающей организации города Суоярви грозит уголовное преследование. Прокуратура района провела проверку действий компании «Питерпит» после того, как в конце декабря были снижены параметры теплоносителей. А 21 января ситуация повторилась. Несмотря на сильные холода, коммунальщики вновь снизили градус подачи тепла в городе. В декабре в зону ограничения тепла попали 55 домов, в их числе 3 школы и 2 детских сада. В образовательных учреждениях температура опустилась до 13-16 градусов. От жителей домов поступило 78 жалоб. Сейчас параметры в Суоярви приводятся к нормативным. Ситуацию сегодня прокомментировал министр строительства ЖКХ и энергетики Карелии. Собственный котельный должен неукоснительно законодательство соблюдать. Он не имеет права снижать параметры, допускать отключение котельной. Все эти вопросы очень четко и жестко регламентированы. И для того, чтобы избежать этой ситуации, я думаю, должны быть приняты в отношении собственника самые жесткие меры. В настоящее время, насколько мне известно, рассматривается вопрос о возможности возбуждения уголовного дела. Речь идет о 2 статьях Уголовного кодекса. Выполнение работы и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и самоуправство.